Всем юхуй, дорогие друзья, с вами Витак, канал Алексон. Сегодня у нас арена 3 на 3, но прежде чем начнем, сейчас покажу вам свой склад, небольшой прогресс. Так, короче, смотрите. Шестой релик у меня получил Кайло Рен, наконец-то. До седьмого чуть-чуть не хватает. Вот этого материала я задолбался его промить. А всех остальных вообще навалом. Этого нет. Короче, подниму его до седьмого. Ну, Хакс также шестого. Немножко поднялся Боба Фетт. Как Боска я выкачал уже на все звезды. И как его и корабль. И вот этот пилот тоже идет в гору. Практически. Вы можете видеть. Вот чуть-чуть совсем осталось. Еще один. Еще один раз, короче, купить и все. И, в принципе, будет нормально. Что касается флота, смотрим. Так. А надо было через арену просто показать. Короче, вот арена флотов. Играю сейчас я каким-то на 17 месте. О, нихера, мне уже жопу надрали на великой арене. Кстати, меня в говно карбонит 2 перенесли. Здесь тоже жопу надрали. Так, короче, вот такое вот у меня сейчас, ну, допустим, битва. Играешь вот таким составом, то есть снова подкрепление в виде наемников, и все-таки решил я вот этот сит эшелон взять, крутой корабль. Кстати, можно качнуть его. Баба. Ну вот. Ладно, погнали. Великая арена, 3 на 3. Первый раунд, первый сезон. Или какой-то там уже у меня. Погнали. Так, в общем, играем мы против Фоби, гость, видимо, новичок, и Витак Радгар, кто на меня, это я. Так, ну, по стандарту смотрим, что у него на складе. Так, а на складе у него релики. Шестой релик, третий, жуки. Странно он, ну, блин. Флот у него, короче, жуков нормальная тема, но, блин, Мейс Винду, мне кажется, это вообще флагман не для жуков. Надо играть через исполнительницу. Ну, или хотя бы через кальмара. Так, что у него? Вейдер вкачанный, жуки, само собой. Дарт Мол почему-то вкачанный. Так, светлый Реван есть. Пачка на Ревана. Есть Палпатин. Повстанцы какие-никакие. Феники. О, темный Реван тоже есть. Так. Значит, у него Падма еще должна быть. Жуки-то есть. Падма-то вкачанная, не вкачанная. Падма. Не, 51 левел. Ну, чё? Теперь понятно, чё у меня, он сразу все пронес. Так, ну если прикинул, Гривус есть. Если прикинуть, он наверняка Реванов выставил в деф, да? А, пронес мне все руками. Ну, давайте смотреть. Так, чья осталось? Так, ну здесь все ожидаемо. Оборона вообще в жопе. Так, первая вкладочка. Здесь у нас Кайло Рен. Кайло Рен. Затем Маникей. И Кайло Рен. Но он без Z-ки, так что защиту восстанавливать не будет. В принципе, не опасно. Так. А здесь у нас... Кто? А здесь у нас... Светлые эти. Так, ну чё, танк. Карт. Под ним, наверное, будут играться. Оба на них выпустить. Давайте, наверное, начнем отсюда. Сразу заценить, что там на флоте. Так, здесь 49. Ну, в принципе, урон-то наносит только вот эти два персонажа. Кем мы их будем выносить? Так, чтобы нам выиграть, нам по-любому надо меньше. Так, а если я, допустим, возьму Хакса и вот этого штурмовика сюда, вынесут они КБМ. Или все-таки рискованно? Что у них там по модулям? ТП. Что по скорости? Скорость 180. Ну,
принципе, мало. Так, а ты у нас? Ты у нас? Так, здесь урон и стойкость. Но зетки нету, так что, в принципе, не опасен. Вообще презираю вот такие модули на него. Ему надо все модули на стойкость вставлять, чтобы его не контролили. И обязательно зетку. И можно одному, одним вот этим героем выносить полностью пачки. Так, ну и сам, естественно, КБМ. КБМ у нас с лидеркой. ППшки. Так, и он весь в защиту. Что по скорости? 156 еще меньше. Или может быть на них пустить. Там же по-любому рыван сзади стоит. Какие-нибудь два рывана. Может их оставить на этот? Ладно, попробуем сделать вот так. Я думаю, они затащат твою. А вот этих двух кинем туда. Там, в принципе, КБМ один урон затащить. Играть нам надо 2 против 3, чтобы, ну, чтобы выиграть этот раунд. Потому что 843, он, по-моему, набрал. Так, ну ладно, давайте попробуем. Так. Так. Давайте я Никея вынесем, наверное, сразу. Так. И вот так. Контратака. Так. И бьем. Бьем. Ну, в принципе, без труда, как я и ожидал. Можно было даже, возможно, одного хакса взять. Так, 215. Так, здесь у нас кто стоит? Здесь у нас жуки. Линия 3. Ну чё? Будем воевать. И выбора у нас особо нету. Так, так. Так, этих берем на подкреп. А, я, видимо, открыл корабль-то этот. Блин. Жопно получилось. Или он у меня в защите стоит? Ну, давайте возьмем на всякий случай крепление. Хотя она и слабенькая, в принципе. Можно было его даже не брать. Но флот у меня не очень. Так что, думаю, по полной шуме. Плюс еще он под исполнительницей по-любому будет ультовать. Так, что? Джерназийский, санфак. Джерназийский. Так, делаем стан. Так. Будем, наверное, так делать. Так. И еще один стан. Отлично. Пока вроде по плану. Так. Отдаем им сало. Так, тебя мы добьем. И сейчас надо избавиться вот от этого. Пиона тупо. Так. Здесь можно жахнуть ракетами. Так, нам срочно нужен воск, дабы сохранить вот этот корабль. Блин, воск это супер офигенный танк. Все, он прокачанный, его вообще хер убьешь. Так, давайте. Так. Так. Угу. Главное, чтобы у нас не пропала агро. Так, наверное, а, у него провокация. Так. Ну что, тогда добиваем тебя. Отлично. Так, бьем тебя. И остается у нас X-Wing. Желательно бы его законтролить теперь. Потому что есть варик, что у нас может вот этот корабль упасть. Так, а ну все. Все, должно сработать. Отлично. Ну, справились без потерь. В принципе, нормально. Приемлем. Так, итого у нас уже 432. Погнали теперь сюда. Что у нас здесь? Так,
Ну, здесь, наверное, КБМ. И вот этого пилота возьмем. В принципе, они... Или оставить их туда. Может взять Хитхов лучше. Неизвестно, кто там сзади. Там по-любому Рован. Так сделать, так. 35. Без зеток, они с зетками. В принципе, если... Скорость, что у них по скоростям? По модулям посмотрим еще раз. Я не помню, смотрел их, нет? Так, у него, короче, 175 скорость. Модули все такие. Так. Джухани. Джуха. У нее все на стойкость. То есть ее законтролить будет тяжелее. Скорость у нее, соответственно, тоже низкая. Ну и вот императора у меня и у Бастилы. Тоже скорость-то не особо высокая. Так, а здесь ты полностью на ХП. По скоростям. Ну, в принципе, можно попробовать. Давайте рискнем. Потому что там, скорее всего, сзади Рован стоит сильнее. Там понадобится КБМ и пилот с омикроном. Так, давайте карту уберем, она самая серьезная. Так. Это, конечно, не очень такой финт. Еще раз контроль даем. Так. Так, ну запустим. Ой-ой-ой. Так. Наверное, лучше вот этот чубак задолбить. Мне какая-то сплошная провокация идет. Так, бедный император. Давай-ка ты. Ты контриф. Лично. Великолепно. Так, делаем так. Так. Так, давайте карту. Ну, в принципе, все самое страшное уже позади. Наш план сработал. Мы просто сейчас заморим молниями. Так, ну справились вдвоем. Защита у нас, конечно, не полная. Но сохранили КБМ. Так, того уже 637. Блин, что-то дофига он набрал. 843. Тоже по 2 воевал, что ли. Так, ну и как ожидалось, Светлый Рыван. Светлый Рыван Джоли Бинда. Он еще и под этими двумя. Давайте смотреть, что у него там по этим. Так, у него на урон. И скорость у него 168. Ну, скорость маленькая. Галка на семерке. Так, вот этого крота я вообще не люблю. Он у нас на ХП. Он постоянно ресет. Скорость еще меньше, 124. Так, и Бастила светлая. Вот фиолетовый. Так, у него модули на скорость 4 и на ХП-шку. Скорость 137. Ну, я думаю, за счет скорости мы должны затащить, что этих у меня модули нормально стоят. В принципе, вдвоем должны справиться. Плюс КБМ в шестом релике. Не так-то легко его задолбить. Я его нажил и сейчас убирал. Так, ладно, тебя мы станем. Тебя постараемся сразу задолбить. Так, наверное, вот так и делаем. Сейчас провокацию нашу. Снова убьем. Снова провокация. Ага, отхилится это. Но не поможет. Так, 3. Перебьем. Так, все,
Бам, снят. И звук, если ты его включай. Ура! Так, и начинаем настреливать где-то. Так, вот где-то. Так, вот это уже плохо. Встану, вот нету. Так, ну ХБМ бесполезно вам пробивать. Блин, как же вы жестко он отхиливает. Мне надо, чтобы они не разогнались. А для этого мне надо пробить вот этого дина. Да боже мой. Мне кажется, я бы бустил уже быстрее эту ногу. Все, отлично. Так. Так. Так, ну еще. Главный шреддер остался. Сейчас с тобой, я думаю, проблем не будет. Особенно, если ты один. Так, ну и смотрим, что 57. Сколько нам за это дают. Итого у нас 840. Единица! Охренеть! Как так? На единицу 842, 843. Боже! Просто не мой день. Фобби. У меня просто дар речи пропал. Короче, первый раунд мы всосали на маленькую единичку. Где-то что-то мы прогадали. Наверное, на флоте надо было не брать подкрепление вот это. Ой, боже, я, конечно, проигрывать. Ну, умею, там, типа, поражение принимать достойно. Но когда ты проигрываешь на вот эту единичку, это очень обидно. Ну вот так вот у нас 3 на 3 вышло. Вот такие дела. Гем пока один. И 13 миллионов. О, событие. Активное. Обожаю вот это событие. Надеюсь, на видос мне повезет. 4 миллиона. Обычно по 5 выпадает. Один раз выпало 25, кстати. Ну вот, короче, вот такая вот у нас атака получилась. Не очень удачная. 842, 843. Ну чё, Хобби, поздравляю. В этот раз твоя взяла. Ну чё, с вами был Итак Радгар, спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в следующем видео. Пока.